Она уже съела, наверное. На. Пойдем посмотрим. Кто там злюкается? Кто там злюкается? Ася? Ася злюкается, как обычно. Хотелось бы видеть это ближе, но ничего не видно. Ну, с той стороны обойди. Ну, сейчас попробуем. Тут кусты такие. А ну-ка. Сейчас мы ее злюку-буку. Вот она. Лежит там. Компания у них своя. Сейчас еще поближе попробуем. Бурчит, аж мне сюда слышно. Вот. А, не доела грызочку. Кто вышел? Нет, это Симба, что-то наверное, не осада. Вышел, да. Может, это и не Ася. Может, Шерханчик. Не видно. На экране зрителям будет виднее. Кто тут злюкается? Пойдемте обратно. Посмотрели, кто злюкается. Ох, негрули какие красивые. Симба вышел. Симба вышел? А вот он. Значит, там ну, остались... Ну, от Аси ушел. Аська, ой, а там Ася и Шерханчик, да. Вон кто вышел. О. Непонятно, о, кто там злюкается. Вот она там злюкается с ним. Аська где? Вот сюда ближе к нам? В кустах. Нет, вот тут лежит кто-то ближе к нам. Да, ну не ближе к нам, они прям это, одинаково. Сейчас. Там просто подкрадывается к копытцу. Там не доелся, ой, не доелся, не доел кто-то. Копытца, да, кто-то не доел. Ириску. Вот он там подкрадывается туда. Палку кто-то взял. Это Шерхан, наверное. Пошел с Ася палкой. Ася не бросит копытца. А ну-ка, кто вот. Это? Шерхан. Вот так вот, вот кто. У нас не злой. Все? Ой, выгнали тебя. Отзумся. Сейчас отзумимся. Тут. Вот. Пришел. Все. Ты пришел. Ага. Миранда. Ты я палку принес поиграть. А никто не хочет со мной играть. Все жадничают. Шерханчик, ты не знаешь, что к девушке нельзя подлазить, когда она кушает? Девушка добрая после того, как поела. А когда девушка еще ест, она недобрая. Пошел метит. Метить. Он пищунит пошел, не метить. Пищунит. Беляшики вон. Пойдем туда к беляшкам. Угу. Беляшкам. Зайчашкам. О, красиво. Все лапки вылизывает. Этот все ест или это. О, беляшики. Он вылизывает. Девочки красавицы. Девочки смотри, такие. Какие глазки, какие глазки. Ну, не голубые у них глаза, между прочим. Но они... Такие они какие-то бледные. Телефон их чуть-чуть холодит, голубыми делает. Но вообще они... Нет, они холодные. Они зеленые, как-то зеленые они даже оттенок считается. Они зелено-желто-белые, вот что-то такое. Ой, лежат. Давай. Давай. Сейчас я рюкзачок положу. Лежат немножко. У них цвет такой, вообще сложно определить их цвет. Сложно ваш цвет определить, подходите сюда. Иди сюда, иди сюда, иди подходите, сюда. Подходите. Иди, 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 иди сюда. Где будем ты вас там определять. Пошла? Все, вы там доели, нет? Нет, не доели они. Вы будете чем-то заниматься или будете лежать? Вот такие вот львята, да? О, чего ты рычишь? Кто-то злюкается. Вот опять вот. Аська, нет, по-моему. Вот там. Это вот. Вот эта барышня. Злюкается. Не доела еще. Львы опять перекличку затянули. А мы что, красивые должны быть, да? Львицы что? Должны быть красивые. Слышите, что там, да? Родственники, да? Это вот желтоватенькие глазки. Я говорю, у них такие, и они очень светлые, потому как вот свет ляжет, они могут быть и голубенькими, и зелененькими, и желтоватыми. Ну да, вокруг вот. Тоже рефлексы отражаются. Да, да? Покажи глазки. Красивые вот, видите, глазки вот. У тебя.
Красивые, красивые. Учись петь. Вот там поют ваши. Говорю, будет мне 2 года, я буду петь. Вот было бы здорово, если бы раньше. Ну, вот такие вот маленькие это... уже пели бы. А раньше они как-то не поют. Не поют. Почему-то. Даже в 2 года не все поют. Даже в 2, да, не все. Симба! Симба, мальчик! Он там лежит. Сейчас мы... Зевает, лежит, зевает. Угу. Симба! Ау! Ау! Там осада, тигры, там львы. В кустах там и сидит. Не выходит она. Вон так вон Шерхан к ней опять пришел. Беляшка пришла. Беляшка. Беляшка-маляшка. Да? Беляшка-маляшка. Беляшка-маляшка. Опа. Ох ты прям! Попрыгунчик! Попрыгунья стрекоза. Такая прыгнет и с ног собьет. Это да. Все, уже не детки. Не, уже такие уже хорошенькие кабачки. Уже не детки. Уже не детки. Что вот, что такое? Уже это не детки. Вот смотрите, лапы какие. Вот какие лапы. Пяточки розовые. Угу. Так, ну что вы, малышарики. Вы вот это вот, мы не будем вам копытца приносить. А то они очень долгие для вас. Так не, они вот это лежат и все, ничего не делают потом. Ну, может, пошли к большим, посмотрим. Ну, там можно кассер подойти. А ну, смотри, с той стороны. Нет, там куст, там тоже там так куст. Просто не подойдешь. Там у них куст. Куст да. Мешает. Она все грызет и грызет там. Что ты там? То Шерханчик. Это... А Ася, вон, она грызет копытца прям за кустом. Ну, конечно, у нее такая классная все, штука. Даже... Можно и не выходить угу, из-под куста. Угу. Вот уж, конечно. Симба. Угу. Где ты там? Львяка-зевака. Что-то там они делают. Шерхан что, кусты ломает? Он трется об кусты, по-моему, или играет. Не знаю, что-то вот. Или зацепился. Он, кажется, это, ломает ветки. Зацепился зубами или зубами тянет? Тянет. Так, вот хулиган. Ага, у меня тут. Хорошо Олег Алексеевич не видит. Да, да? Олег Алексеевич за кусты, конечно, ругать будет. Но мне кажется, это он палочку оторвал. Ругать будет нас. А Шерхану ничего не будет. Но мы кусты не ломаем. Да. Кто тут пришел? Кто пришел? А? Да, палка моя падает. Падает моя палка. Куда ты? Шерханчик вышел. Да что ж такое, как не наведу, так все писять. Пойдем посмотрим к большим львам. Пойдем. В конце концов. Ну что, как всегда, мы собрались уходить. Угу. А там игры а начались. А там игры, да. Да. Кусь. Мы не ушли, да? Такой посмотрел. Ага. Вы так, еще здесь? Симба, Симба, они не ушли, надо завязывать. Завязывай, Симба. Мы серьезные львы. Ой, ты Бозя. Давай, давай. Игрульки. Кто кого поборет? Ну, Симба такой, нет, он не задиристый.
что ж ты, неудобно держать. Ух, мальчики какие уже, кусаются хорошо. Задними лапами, ну чисто кошки. Ой, извините, соскочил телефон. Прям так залипательно, как-то угу. смотришь угу. и так вот. Хочется просто смотреть. Ага. Ну, а тут смотри, там лизашки, лизушки нас. Беляшек и не беляшек, и карамелька. Ну, там явно интересней. Там борьба, да. Львиная борьба. Да, что ты придешь к ним? Нет, мимо. Суровые да. хищники. Все? Вы все? Нет? Это надо так, приходить утром, будить их копытами, а потом приходить в обед. Когда они их съедят и что-то будут делать. Когда они их съедят, да, и начнут что-то делать. Да. Хвостом такой раз. Ам, ам такой. Мух ловит. Ага. Все. Симба, ты Кася пошел. Угу. И Шерхан туда же пошел. Так, Симба лег. Ага. Ну, туда ну, пошли теперь играть. В кустах у чтоб них мы не видели, играть. Да? Да. Да, чтоб мы не видели. Пойдем, поют. Все, уже пора. Пойдем.